Good evening. Добрый вечер. I hope we are in time. Надеюсь, мы вовремя доехали. The flight got delayed, you know. К сожалению, наш рейс откладывался и откладывался и откладывался. So anyway, I am asked to teach on Uttara Tantra, which is a big book. Как бы то ни было, меня попросили дать учение по Уттара Тантре, а это довольно большая книга. But it covers primarily seven main subjects. Но в этой книге семь основных предметов изучения. And the word Uttara Tantra, the Tantra refers to the mental continuum. В этом названии Уттара Тантра по словам Тантра понимается поток ума. So it primarily refers to the text, which teaches about the mental continuum, especially the defiled mind. То есть мы имеем дело с сочинением, где прежде всего преподается учение о потоке ума, имеется в виду прежде всего наш ум замутненный, загрязненный. So Uttara refers to probably the foundational text, which talks about. Под словом Уттара понимается основа, то есть мы имеем дело с текстом, основополагающим текстом, в котором преподается учение о потоке ума. So I suppose this text is primarily talking about how to cleanse your mental continuum, which means your mind. То есть в этом тексте рассказывается о том, как нам очистить свой поток ума, то есть наше сознание или наш ум. That can be done by taking refuge to Buddha, Dharma, and Sangha. Это можно сделать, во-первых, обращаясь за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе. Understanding your own potential. Посредством распознания своего собственного потенциала. And likewise the special understanding of the realizations and advancements of the Buddha. Посредством понимания, каких реализаций добивается Будда. Similarly, the manifold qualities of the Buddha. А также разнообразные качества Будды. And the sublime activities of the Buddha by which he helps sentient beings. Его наивысшие или его просветленные деяния, с помощью которых он оказывает помощь другим существам. So that is the seven subject of this. Это семь основных предметов, которые рассматриваются в этом сочинении. So teaching finished. Учение закончено. So I think it is important, first of all, to have a clear understanding of Buddha, Dharma, and Sangha. Первое, что нам необходимо хорошо понимать, что такое Будда, Дхарма и Сангха. Здесь нам нужно добиться ясного понимания. How many of you call yourself as a Buddhist? Скажите, кто из вас называет себя или считает себя буддистом? Raise your hand. Пожалуйста, поднимите руки. So you know refuge, right? Соответственно, вы знаете, что такое буддийское прибежище, правильно? But just to repeat, because there are others who want to know. Но все же я хотел бы повторить, потому что здесь есть и другие люди, которые не назвали себя буддистами. Taking refuge is not a unique Buddhist practice. It is in the human nature. Обращение за прибежищем — это не есть что-то такое, что относится исключительно к буддизму. Это то, что присуще человеческой природе вообще. If there is something that you cannot do, you cannot handle, then normally you take refuge to others, which means you seek the help of others. Если есть что-то такое, что вы не можете совершить в одиночку, что вы не можете сделать самостоятельно, то вы обращаетесь за помощью к другим людям, к другим существам, и тем самым принимаете прибежище или обращаетесь за прибежищем. For example, at 12 o'clock, when you are hungry, you take refuge in food. Например, 12 часов, когда вы уже проголодались, вы обращаетесь за прибежищем в еде, то есть ищите прибежище в еде. When it is raining, you take refuge in umbrella. Когда идет дождик, ваше прибежище — это зонтик. So when you have some fear, some suffering, then you take refuge in something that can protect you. Если у вас есть страхи, опасения, страдания, то вы ищете прибежище в том, что может вам помочь. So therefore, when we say, I take refuge to Buddha, Dharma, and Sangha, the question arises, why you take refuge to Buddha, Dharma, and Sangha?
Поэтому, когда вы идете за прибежищем к Будде, Дхарме и Санхе, встает вопрос, собственно, от чего и вы ищете прибежище, от чего вы ищете защиту. And what is your problem? В чем состоит ваша проблема? So basically we say, when you take refuge, you need two qualities. Обычно мы говорим, что если мы идем за прибежищем, нам нужно два качества. One, having fear to the samsara. Первое, у нас должен быть страх перед сансарой. Samsara means this cycle of existence, which is propelled through the force of negative emotions and contaminated actions. А что такое сансара? Сансара — это круговорот бытия, который приводится в действие отрицательными поступками, негативными эмоциями и отрицательными поступками. We think we have control over ourselves. Нам кажется, что мы контролируем себя. But we are very much controlled by negative actions and negative emotions. Но на самом деле мы сами оказываемся под контролем негативных действий, негативных эмоций. Therefore, despite wanting happiness, we don't get it. Поэтому, хотя мы очень хотим счастья, мы его не получаем. Despite not wanting suffering, we get lots of it. Хотя мы хотим счастья, мы его не обретаем. Хотя мы не хотим страданий, страданий у нас очень много. True. Так ведь? So therefore, so what you are saying now is, I have this fear problem in the samsara. Итак, что мы сейчас говорим? У меня есть страх, я опасаюсь проблем сансары, у меня есть все эти проблемы. So I want to get out of it. Я хочу от этого избавиться. In order to get out of it, you need help. А чтобы от этого избавиться, нам нужна помощь. So therefore you take refuge to Buddha, Dharma and Sangha. Именно поэтому мы идем за прибежищем в Будде, Дхарме и Сангхе. Now in order to be able to take good refuge to Buddha, Dharma and Sangha, you need to know who these three are. Buddha, чтобы Dharma, у нас было по-настоящему хорошее прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, нам нужно знать, кто это такие эти три Будды, Дхармы и Сангха. So for a Buddhist it's really important to know precisely these three objects of refuge. Для буддиста чрезвычайно важно знать, что такое эти объекты прибежища, очень точно, очень четко. So Buddha is somebody who is completely enlightened. Будда — это существо, которое полностью просветленное. Who himself is without any fear. Которое полностью лишено всяческих страхов. And who is skillful in liberating others. И это существо искусное в освобождении других. And whose compassion goes to everybody without any differentiation. Также это существо, чье сострадание простирается ко всем безо всяких разграничений. And his help goes to everybody without differentiation. Means he will not see whether somebody has benefited him or not. И Будда оказывает помощь всем существам, опять же, без разграничения, без выбора. То есть он никогда не задумывается о том, в ответ, получит ли он пользу от того, кому он помогает или же нет. And dharma refers to the path taught by the Buddha. Под дхармой мы понимаем путь, который был преподан Буддой. Which leads to achieving nirvana and which leads to achieving Buddhahood. Путь, который ведет к достижению нирваны, к достижению состояния Будды. And dharma primarily, I will read about that. Dharma primarily refers to the cessation of negative emotions and contaminated actions. Дхарма — это прежде всего прекращение отрицательных эмоций, отрицательных действий. Это то, что я прочитаю вам в тексте. So therefore, when we say I take refuge to Buddha, you need to have that understanding. Поэтому, когда вы говорите, я принимаю прибежище в Будде, очень важно, чтобы у вас было такое понимание. When we say I take refuge to Dharma, it's not a book you are talking about. It is about that true path and the true cessation. Когда мы говорим, я ищу прибежище в Дхарме, то мы говорим не о книгах каких-то, в которых Дхарма изложена, но мы говорим об истинном пути, истинном прекращении. And when we talk about taking refuge to Sangha, the Sangha refers to Bodhisattvas who have transcended samsara, who have actualized the Arya path. Когда мы говорим, я принимаю прибежище в Санхе, например, то мы имеем в виду бодхисаттв, которые вышли за пределы сансары, которые сумели осуществить путь ариев, благородных существ. So Buddha himself is a combination of all the three. Поэтому сам Будда, он представляет собой сочетание, комбинацию всех трех. Now why three? We take refuge in Buddha, Dharma and Sangha. Why three? Почему у нас три объекта прибежища? Почему мы обращаемся за прибежищем в Будде, Дхарме и Санхе?
If it is one, it will be similar. Может быть, достаточно одного объекта прибежища, и все было бы гораздо легче. Or maybe many more, you will get more protected. Или, может быть, нужно побольше объектов прибежища, и тогда мы будем чувствовать себя более защищенными. Why three? Почему три? When we are physically ill, very ill. Когда мы больны, физически больны, очень больны. We need three. Нам нужны три составляющие. A good doctor. Во-первых, хороший врач. And then хорошая медицина. Хорошее лекарство. And then хорошая санга. Sorry, the helper, you know. И наконец хорошие помощники, сиделки у постели больного, медперсонал. Because you are not only sick, but very sick. Ведь мы не просто больны, мы очень больны. When you are very sick, you need a doctor. Когда мы очень больны, нам нужен врач. Even if you meet a very good doctor, he has no medicine, then it will not help. So you need medicine. Но пусть даже у нас есть хороший врач, и врач-то он замечательный, но у него нет при себе лекарства, и, соответственно, остановить у нас не сможет. Так что нам нужен врач, лекарство. But even if you have a good doctor, good medicine, but because you are very sick, you are bedridden, so therefore you cannot take care of yourself, you know, in terms of taking medicine, in terms of taking food at proper time, so therefore you need helper. И хорошо, у нас есть хороший врач, у нас есть лекарства, но мы прикованы к больничной койке. Мы сами не способны о себе позаботиться, не способны вовремя покушать, не способны вовремя принять лекарства. Значит, нам нужны помощники. So just as when you are physically ill, you need these three. Подобно тому, как когда мы разбиты болезнью, нам нужны три составляющие. So similarly, we are mentally ill. Подобным образом, в нашем случае, мы все больны, у нас есть болезни ума. Now don't feel sad. Пожалуйста, не чувствуйте печали, грусти. This is a different meaning. Это не, когда я говорю, мы больны умом, то это немножко другой смысл, because, чем можно было бы вложить. Because we are sick of negative emotions. Мы больны в том смысле, что у нас есть негативные эмоции. Anger makes us sick. Jealousy makes us sick. Attachment makes us sick. Гнев, зависть, ревность, привязанность — все это заставляет нас болеть. The fighting that is taking place today in different parts of the world is due to insanity. Уголках земного шара наблюдаются военные действия, люди ссорятся, борются друг с другом. So therefore, in order to это результат вот такого безумства. So therefore, in order to cure this mental illness. Поэтому, если мы хотим избавиться от таких болезней ума, we need three. Нам нужны опять же три составляющие. Buddha, who will tell you how to cure this illness. Будда, который покажет нам, как избавиться от болезни. And his teaching. И его учение. Which tells you what to adopt and what to discard. Которое покажет нам, что следует принять и что следует отбросить. And then sangha. И наконец сангха. Especially in today's world, when many people, you know, are just running after material benefits and distracted, unless you have good examples. Other practitioners, then it will be difficult for you to practice. Это в особенности верно для современного мира, где все бегут, все спешат, все устремляются в погоню за материальными объектами, все отвлекаются так или иначе. В такое время нам нужны очень хорошие примеры, примеры сангхи, примеры практикующих. Clear now why you take refuge. Теперь мы понимаем, почему мы обращаемся за прибежищем. So what is being taught in this Buddhist text is how to deal with these negative emotions. Что, собственно, объясняется во всех этих буддийских сочинениях, как человек может справляться со своими негативными эмоциями? That is the most important practice. Это самая важная практика. Of course, we talk about, you know, practice mainly in terms of reciting, doing certain sadhana. We do all this. Конечно, есть и другие практики. Мы все говорим о том, что необходимо выполнять практики начитывания, каких-то мантр или всевозможные садханы, разных божеств. Да, мы все это делаем. But the purpose of all these meditations, visualizations, sadhanas is to do away with negative emotions, to fight the negative emotions. Но в конечном итоге цель всех этих медитаций, визуализаций, начитывания садхан заключается в том, чтобы победить свои негативные эмоции. If your target is not to fight with these negative emotions, not to eliminate these negative emotions, then there's not much fun in visualizing a yellow deity or blue deity or green deity. Если мы не ставим перед собой такую цель победить свои отрицательные эмоции, то тогда, честно говоря, все это становится не слишком интересным — визуализации желтых божеств или зеленых божеств. In Tantra, we talk about practice of generation,
stage and completion stage. В тантре мы говорим о стадии зарождения и стадии завершения, например. So if you are without practice of compassion, bodhicitta, emptiness and so on, then the generation stage practice is like visiting a temple and looking at the deities. Pictures of the deities. Если мы практикуем, но одновременно у нас нет сострадания, нет бодхичитты и нет мудрости постижения пустоты, то тогда все наши тантрические практики — это не более чем поход в храм, где мы видим образы разных божеств, нарисованные на стенах. So it is primarily this twin practice, the practice on the one hand development of good heart and at the same time development of good brain. Поэтому нам нужны две практики, которые необходимо объединить: с одной стороны, развитие доброго сердца, с другой стороны, развитие ума, развитие разума. So this Buddhist teaching of bodhicitta and emptiness is extremely important and crucial. Поэтому буддийские учения о бодхичитте с одной стороны и о мудрости с другой, они чрезвычайно важны, они просто жизненно необходимы. To make it simple, it is simply talking about becoming a person with good heart and good head. Если сказать это простыми словами, то мы должны стать человеком, у которого будет хорошее, доброе сердце и хороший ум. Good head means knowledge. Что значит хороший ум? Это прежде всего знание. If you don't have proper knowledge, even if you have some soft heart, but you will not be able to solve the problems. Если у вас, пусть даже очень доброе сердце, но при этом ваш ум не развит, то тогда вы не сможете никому помочь, потому что вы просто попросту не будете способны решить проблемы. So therefore, in Buddhism, study is very important. Поэтому в буддизме подчеркивается необходимость обучения. The Buddha never said that you just, you know, trust in me and I will shower all my blessing upon you and you will get enlightened. Будда никогда не говорил: просто доверьтесь мне, положитесь на меня, и я пролью свое благословение на вас, и вы достигнете пробуждения. The Buddha said, I cannot wash the sins of sentient beings. Будда напротив говорил, что я не способен смыть прегрешения с умов живых существ. I cannot remove the bad state, bad migration with my hand. Я не могу дурные перерождения, неблагие участи устранить своей рукой, так говорил Будда. I cannot transfer my realization into your mind. Я не могу передать свои реализации, духовные свершения из своего ума в ваш ум. I can show you the path of the truth. Я могу лишь показать вам путь, ведущий к истине. It's wonderful teaching. Мне кажется, это само по себе чудесное учение. Just like a great teacher. Это учение прекрасного учителя. He's saying, I can teach you, but you need to do the homework. Он сказал: я, конечно, преподам учение, но домашняя работа остается за вами. If a student doesn't do the homework, he will fail. Если ученик не выполнит домашнюю работу, то он провалится на экзамене. So these days I repeat another verse from a Tibetan teacher. В последнее время я повторяю еще вот такие слова, принадлежащие одному из тибетских учителей. That there is nobody who will catch hold of your hand and throw you into heaven. Что никто не возьмет вас за руку и не забросит в рай. And likewise, there is nobody who will catch hold of your leg and drag you into hell. Одновременно никто не дернет вас за ногу и не утащит таким образом в ад. Your happiness and your suffering is in your hand. Ваше счастье, ваше страдание в ваших же руках. Do not cheat yourself. Поэтому не обманывайте себя. So that means you should develop a mental perspective, mental outlook, which confirms the reality. Поэтому вам необходимо такое мировоззрение, которое бы подтверждало реальность. Because all these teachings of Buddha, which talks about impermanence, death, you know, dependent origination, emptiness, these are all law of nature, reality. Потому что все эти учения, которые даровал Будда о пустоте, взаимозависимом происхождении, о непостоянстве, все это подтверждение законов природы. So therefore, with this understanding, you take refuge to Buddha Dharma and Sangha. Удерживая все это в своем уме, мы принимаем прибежище Будды Дхармы и Сангхи. So now I will just explain a little more about Buddha Dharma and Sangha. Теперь я немного расскажу вам о том, что такое Будда Дхарма и Сангха на основе этого текста. So these seven topics, which is covered in the Uttara Tantra, is said to be the seven, you know, Vajra topics. Темы, основные семь тем, которые рассматривают Уттара Тантра, называются ваджрными темами. These seven are called Vajra topics because they cannot be directly understood by ordinary people. Они называются семью ваджрными темами, потому что простые люди вот так сразу их не поймут.
So now let us think a little bit more about the first topic, which is Buddha. Давайте немножко поговорим о первой теме, о первом сюжете, который рассматривается в Уттаратантре, и это Будда. So when we talk about Buddha Ratna, the precious Buddha. Когда мы говорим о Будда Ратна, то есть о драгоценном Будде. The Tibetan word for Buddha is Sangye. На тибетском языке Будда обозначается словом Sangye. Sang means one who has, you know, purified. Sang – это тот, кто очистил себя. One who has completely purified all the negative emotions, sufferings, and obstructions. Кто смог полностью очиститься от омрачения, от отрицательных эмоций, от завес. Then Ye means one who has developed all the positive qualities. Теперь вторая часть этого слова Ye означает человека, как существо, которое обрело все положительные качества. So do you think you will become Buddha? Как думаете, вы станете Буддой? It is not easy. Но это ведь не легко. But there is possibility. Но возможность такая имеется. Because if you look at the capacity of your mind. Потому что если вы посмотрите на способности вашего ума. Unlike your physical body, it can be developed to limitless state. То в отличие от нашего физического тела, наш ум можно развивать до бесконечности. In the case of your body. Если говорить о теле. However much training you give, but there is a limit, you know, beyond which you cannot go. Так, конечно, можешь всеми силами тренировать свое тело, упражнять его, но однако ты можешь в своих упражнениях дойти до какого-то предела, но дальше двинуться ты не сможешь. For example, you may be the world's number one, you know, gold medalist, say in long jump. Ну, например, ты можешь стать золотым медалистом, чемпионом мира по прыжкам в длину. And moreover, he continues to do his training. И вот уже золотая медаль в твоих руках, но ты продолжаешь упражняться снова и снова и снова. But there never will be a time when we can say that he is now so good that he started jumping from one mountain to another mountain. Но как бы то ни было, сколько бы этот человек ни тренировался, никогда не наступит тот момент, когда мы скажем, но он так натренировался, что теперь может прыгнуть с одной горы на другую. Because the basis on which you are giving the training is physical, material. Потому что та основа, которую, собственно, мы упражняем и тренируем, это вот обычное физическое тело. Mind is not like that. А ум совсем другой. You keep on learning. Ты можешь снова и снова его развивать, получая новые знания. There will never be a time when you say, I have studied so much, now there's no space. Никогда ты не сможешь сказать, что я выучил уже вот столько и столько, изучил столько новых предметов, что теперь в моем уме уже больше нет пространства. So it's much, much more. The mind has much, much more capacity than any of the computers we have today. Наш ум обладает гораздо, гораздо большими способностями, чем любой из существующих компьютеров. Помните об этом. Мегабайт, гигабайт, терабайт, you know. Мегабайты, гигабайты, терабайты и так далее. So you can put so much. It's amazing. В наш ум можно вложить столько всего. Это просто поразительно. Especially if you training the mind, it will become clearer, clearer, clearer. И если мы будем упражнять свой ум, то постепенно ясность нашего ума будет пребывать все больше, больше и больше. So it is from this point of view, it is established that it is possible to become Buddha. Именно с этой точки зрения рассуждаем и приходим к выводу, что стать Буддой возможно. But you don't have to wait until you become Buddha to be happy. Но не нужно ждать, пока мы станем Буддой, таким образом откладывая наше счастье. There's another important and practical fact that you need to know. Есть еще один важный практический момент, который нужно помнить. Because some people in the initial stage were very enthusiastic and do some practice. Then after that, they might get tired, thinking, "Oh, Nirvana is very difficult. Oh, Buddhahood is very difficult." Потому что встречаются люди, которые поначалу полны энтузиазма в том, что касается буддийской практики, но потом проходит время, и они говорят, о, нирвана, просветление, это все так сложно. But if you start practicing, you will be happier right from now. Однако, если действительно начать практиковать, то ты будешь чувствовать себя все счастливее и счастливее, начиная с сегодняшнего дня. So in this way, you are happily on your path towards nirvana, towards Buddhahood. Так ты будешь в счастье продвигаться в сторону нирваны, в сторону состояния Будды. So it's important to see that. Очень важно это видеть. Once I was, you know, working in the Tibet house in New Delhi. Как-то я работал в тибетском доме в Нью-Дели. Then one Indian, his name I remember, Bhoomi.
И один индиец, которого, чье имя я помню сейчас, Поми. So he was working in the American Library of Congress. Library. American Library of Congress. Он работал в библиотеке Конгресса США. So he asked me, will you please in the evening teach me a little bit about Buddhism? Как-то он сказал, не могли бы вы вечерком мне что-то рассказать о буддизме? So one day he asked me, since you are a monk, you are a Buddhist, and you know, for many years you are practicing, so you must have some very special realization. Как-то он сказал мне, поскольку вы буддийский монах и вы практикуете буддизм уже столько лет, наверняка у вас уже есть какие-то совершенно особые духовные свершения. So I was in the beginning, I was a little bit dumbfounded. Его вопрос застал меня поначалу врасплох. What is my realization? Какие у меня реализации, какие духовные свершения? I cannot fly. Летать не умею. I cannot open third eye. Третий глаз что-то не открылся. But then I reflected, then I said, when you talk about realization, if you mean flying and opening third eye or things like that, make yourself invisible, then I have none. Я сказал, к разговору о реализациях, если под этим словом ты понимаешь умение летать или открытие третьего глаза или умение стать невидимкой, то ничего такого у меня нет. But I have other realizations. Но у меня есть другого рода реализации. Like, for example, I don't steal. Например, я не ворую. I don't kill. Не убиваю. So there are many things like that, you see? И этот список можно продолжить. Don't think these are small. Не думайте, что это какие-то незначительные малые вещи. Imagine if in the whole world nobody steals. Просто на секунду представьте, каким был бы мир, если бы в мире никто не воровал. Imagine if in the whole world nobody kills. Представьте себе, во всем мире никто никого не убивает. Then the world is almost like already achieved kind of nirvana. Мы могли бы сказать, что мир уже достиг своего рода нирваны. So these are your realizations. И это и есть ваши реализации. Realizations means reducing negative emotions. Реализация это то, что мы способны сократить силу своих отрицательных эмоций. So each of you are getting this through your practice. И каждый из вас этого добивается посредством своей практики. So it's important to find it. Поэтому очень важно эти реализации в себе разыскать. Otherwise, one might think, "Oh, I've been practicing many years. There's nothing." You might give up. You see. А иначе может случиться так, что вы будете говорить: "Я столько лет уже практикую, но что-то никаких результатов я не вижу, и можно так забросить практику." Spiritual realization is not like you know you work for one month and at the end of the day you get your salary. It is not like that. Духовная реализация это не то, что ты месяц поработал и вот тебе результаты, вот тебе заплатили. Не так. It's internal experience. Мы говорим о внутренних переживаниях. And this internal experience, like happiness that you get, you cannot buy in the market. И эти внутренние переживания, например, счастье, которое вы обретаете в результате практики, это то, что ни за какие деньги на рынке не купишь. We work very hard, sometimes almost like a donkey, you know. Мы работаем очень упорно, иногда нас можно сравнить с осликами. To get happiness. Для того, чтобы обрести счастье. But by working and earning money. You need, but that will not give you long-lasting happiness. Да, мы работаем, зарабатываем деньги, и они приносят нам какое-то удовлетворение, но как бы то ни было, то, что мы получаем в результате, это не долгосрочное, не долговременное счастье. Long-lasting happiness you can get by changing your attitude. Долгосрочное счастье можно обрести, если поменять свой взгляд на вещи. Understanding the reality. Если суметь понять реальность. Understanding the meaning of human life. Понять смысл человеческой жизни. Life is short. Жизнь коротка. Месси Тундуре. So in Krasnodar I've been teaching some Tibetan. В Краснодаре я преподавал тибетский язык некоторым из своих учеников. So I told them Месси Тундуре. Вот я им преподавал такую фразу. Which means life is short. Которая переводится жизнь коротка. You see, so why you make yourself so complex, so difficult, not able to enjoy anything. Зачем так все усложнять, затруднять жить, не наслаждаясь текущим моментом? Behave. Sometimes it's important to behave like innocent child. Иногда важно вести себя так, как ведет себя невинное дитя. Innocent small kids. You just even if you give them some broken toy, they will be very happy. Маленькие детишки иногда им достаточно дать какую-то поломанную игрушку, и они уже рады.
Grown-up people, we get this, we get that, but still not so happy. Но вот мы вырастаем, становимся взрослыми, и у нас есть вот это, вот это и вот это, и мы все равно несчастны. So take out time to talk nicely to your friend, to see the sunset, to watch the beautiful garden. Live in the moment. Уделите время тому, чтобы просто по-доброму поговорить со своими друзьями, чтобы понаблюдать за красивым восходом, закатом. Живите настоящим, живите каждым моментом. If you change your attitude, everything will look beautiful and wonderful. Если вы поменяете свой взгляд на вещи, то все вам будет представляться прекрасным, красивым. If your mind is negative, everything will look horrible. Если у вас дурной ум, то все будет вас ужасать. Almost like 70% of our suffering are not even suffering. It's our mental creation. Можно сказать, что практически 70% нашего страдания — это и не страдание вовсе, это наши ментальные порождения нашего ума, ментальные проекции. So depression, blood pressure, loneliness, many of these are related to your way of thinking. Наша депрессия, повышенное кровяное давление, чувство одиночества — все это связано с тем, что происходит в нашей голове. For example, take the example. There are Tibetan meditators who live alone in the mountain for their whole life. Вот такой пример можно привести. Представьте себе тибетских созерцателей, которые всю свою жизнь живут в медитации высоко в горах. They don't suffer from loneliness. Они вовсе не страдают от одиночества. Because physically they are up, but mentally they are thinking about everybody. Потому что, да, если говорить об их теле, то оно находится высоко в горах, но их ум, он думает обо всех. Developing love, compassion, and so forth. Если люди развивают в своих сердцах сострадание, любовь и так далее. Now in today people, there are people who suffer from loneliness, even though they are living in a city with 20 million people. А сегодня человек живет в оживленном городе, где 20 миллионов жителей, и при этом страдает от одиночества. Imagine. Только представьте себе такое. It's our own doing. Это наше собственное творение наших собственных рук. We are not robot. Мы не роботы. We have feeling. У нас есть чувства. Emotions. Эмоции. So it's important to have a right perspective, to be calm, to be happy. Поэтому нам важен правильный взгляд на вещи, нам нужен покой, важно быть спокойным, важно быть счастливым. And we have every reason to be happy. И у нас есть все возможности для того, чтобы быть счастливыми. Like one day somebody came to me and asked me to teach meditation. Как-то ко мне пришел человек и сказал: пожалуйста, преподайте мне медитацию. I told her that this morning, this whole morning until lunch, you meditate that you are a cow, not a human being. И я сказала этой женщине, которая обратилась ко мне с такой просьбой: вот все утро и до обеда медитирую о том, что ты не человек, а корова. The formal meditation, every teacher teaches formal meditation, sit like this, breathe like this. Если говорить о формальной медитации, то каждый учитель преподаст вам такую медитацию, скажет, как сесть, какую позу принять, как дышать. But if you think a little bit differently, like for example, today if you are not a human being, but instead if you are, say, a dog or a snake, what will be the situation here? Но можно немножко сместить акценты, например, дать себе такое задание. А что, если я помедитирую о том, что я не человек? То есть, что сегодня я нахожусь не в человеческом теле, а, скажем, в теле собаки или змеи? Что изменится? So we are not like these animals. Мы сейчас не животные. We are born as human beings. Мы родились людьми. And most of us are physically okay. И у большинства у нас тела, органы работают хорошо. And comparing to these animals, we have so many facilities. И если сравнить нашу жизнь с жизнью животного, то у нас столько возможностей. But human beings create more problem than the animals. Однако выходит так, что люди создают гораздо больше проблем, чем животные. Because our mind is too intelligent. Потому что у нас слишком уж умный ум. So this intelligent mind, if goes in the wrong direction, it's very dangerous. Разумный ум, если его направить в неверном направлении, пустить не в то русло, то он создаст множество проблем. Then you will become Hitler or so many Тогда и становишься Гитлером или еще каким-нибудь человеком такого рода.
So therefore, it is important to direct this mind, train this mind in the right direction. Поэтому очень важно направлять свой ум в правильном направлении и тренировать его. To bring harmony, to bring peace. Для того, чтобы была гармония и мир. So in short, you need to every day remember that my goal is to achieve long-lasting happiness. Итак, you call it Buddha, whatever you want to call it, but you want long-lasting happiness. Итак, ежедневно нам нужно напоминать себе о том, что я хочу долгосрочного счастья. Мы можем называть это счастье словом Будда или как-то иначе, но очень важно напоминать себе о том, что я хочу, чтобы мое счастье длилось долго. So it is for the purpose of achieving that long-lasting happiness or Buddhahood, whatever you call it, that I want to do this practice. Ставя перед собой такую цель достижения долгосрочного счастья, которую мы можем назвать Буддой или как-то иначе, я и занимаюсь практикой. So therefore, it is important for you to take refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, вот and to know who is Buddha, who is Dharma, who is Sangha. Обращаться за прибежищем к Будде, Дхарме, Сангхе, и соответственно знать, кто такие Будда, Дхарма и Сангха. So Buddha, as I explained earlier, somebody who has no fault but has all the qualities. Как я уже объяснил, Будда — это существо, которое полностью лишено изъянов и обладает всеми благими достоинствами. The definition of the Buddha Ratna is somebody who possesses 8 qualities. В тексте говорится, что Будда — это существо, которое обладает 8 качествами. It has that quality which is called naturally pure. Это, во-первых, природная чистота. Because he has actualized the or had seen the final actual state of his mind, which is naturally pure. Потому что он обрел это истинное состояние ума, которое, по сути, чистое. A state where there is no death, no birth. Это состояние, в котором нет смерти и нет рождения. Yes, his mind has also actualized that state, which is the purity from the contaminations of temporary stains. Также состояние Будды чистое, поскольку состояние его ума лишено временных загрязнений, временных пятен. It is because of this being, because of being free from these temporary defilements, that without having to make effort, he is able to fulfill the purpose of others, you know, spontaneously. И поскольку ум Будды лишен этих временных загрязнений или временных пятен, то он может спонтанно помогать другим осуществлять чаяния и желания других существ. And he possesses that primordial wisdom, which directly sees the way things are. Он также обладает изначальной мудростью, которая напрямую видит вещи такими, какими они являются на самом деле. A state which cannot be explained through words. Это состояние, которое не объяснить в словах. And something that cannot be realized through conceptual thoughts. И это то, что невозможно. So these three are the qualities of having actualized dharmakaya. Это три качества, связанные с осуществлением дхармакая. Then, in addition to that, he has also actualized that rupakaya, the form body. Но кроме того, кроме дхармакая, Будда также осуществил рупакая, или тело формы. Based on which he has this wisdom, which knows all the conventional realities. На основе обретения мудрости, которая знает условную реальность во всей полноте. And he possesses great compassion. И также он обладает великим состраданием. And therefore he has that power and capacity, the quality of efficiency. Поэтому он обладает возможностью или способностью быть эффективным в своей помощи другим. So these first three qualities that I've explained in relation to the dharmakaya primarily for benefiting others, benefiting oneself. Первые три качества, которые я преподал, и которые связаны с дхармакаей, это то, что приносит пользу тебе самому. In other words, perfection of one's own benefits. Или другими словами, это совершенное принесение пользы себе. And the last three qualities which I've explained in relation to the form body are these qualities which is a perfection of benefiting others. Следующие три качества, которые были объяснены, которые имеют отношение к телу формы, к рупакае, они связаны с совершенством в принесении пользы другим. So in short, he has actualized a state where he is compassionate, he is knowledgeable,
and he's efficient. Другими словами, Будда становится таким существом, которое сострадательно, которое обладает знанием и которое обладает эффективностью. And he has reached a state where he does not have to plan and think that I have to benefit this, that, and so forth. И он достиг такого состояния, в котором ему нет нужды планировать, то есть строить планы, я окажу помощь здесь, здесь и здесь. His work of benefiting others will come effortlessly, spontaneously. Его работа по принесению блага другим, она будет осуществляться без усилий и спонтанно. Like even a mother. Если мы посмотрим на мать, например, которая обладает очень сильным состраданием к своему ребенку, который нуждается в ее помощи. Many of works comes almost like automatically. Для нее очень многие виды работы, которые она выполняет, они осуществляются спонтанно. Then imagine the state of Buddha, where he has perfected everything. А теперь представьте себе Будду, который достиг совершенства во всем. So, when we talk about taking refuge to Buddha, итак, когда мы говорим о принятии прибежища в Буддхарме и Сангхе, it can be, no, Buddha. В Будде. Then, it is many divisions. Здесь можно выделить несколько категорий. But here he talks primarily about two. Но здесь прежде всего подразумеваются две вещи. The truth body or Dharmakaya for oneself. Дхармакая, тело истины, которое помогает ему приносить пользу самому себе. And the form body for others. И тело формы, которое помогает которое способствует совершенной помощи другим. So Dharmakaya is an ultimate state of attainment, which is actualized primarily through the primordial wisdom. Дхармакая is an ultimate state of attainment. Это высшее достижение, высшее состояние достижения, which is actualized primarily through the primordial wisdom, которое осуществляется посредством изначальной мудрости прежде всего. Now this can be again divided into two. И здесь можно выделить еще две категории. Ultimate state of abandonment. Высшая степень оставления, отвержения. And ultimate state of realization. И высшая степень реализации. Ultimate state of abandon means the state where you have actualized the true state of, you know, purities. True state of purities. Purities. Mm-hmm. Yeah. Когда говорится о высшей форме оставления, имеется в виду достижение true state of purification, yeah. Наивысшего состояния очищения. As we have briefly explained earlier, natural purity and purity of adventitious or temporary defilements. Как я выше касался этого кратко, у нас есть высшая чистота, изначальная чистота и также очищенность от загрязнений, временных приходящих загрязнений. Now, natural purity means the basic nature of our mind is completely pure. Когда говорят о высшей или естественной чистоте, то подразумевается, что базовая природа нашего ума, она полностью чиста. Whether it's Buddha's mind or our ordinary mind. Говорим ли мы об уме Будды или говорим ли мы об умах обычных существ? Naturally pure means that the mind never had inherent independent existence. Когда мы говорим о естественной чистоте, то имеется в виду, что ум... Наш ум никогда не обладал самосущим существованием, самобытием. Inherent existence, independent existence, they are not there. Независимое бытие или самосущее существование, самобытие, их никогда не было, их нет. These are something that we try to eliminate, object, right? Even if we perceive something having inherent independent existence, then we say this is wrong, this is root of all the negative emotions, you must get rid of it. И мы должны избавиться от этого приписывания независимого или самосущего бытия объектом. Когда мы утверждаем, что у этого объекта есть самосущее бытие, то мы должны парировать и говорить, что нет, это полностью неправильная точка зрения. Этот объект не обладает таким существованием. It is like a looking glass. Это как зеркало. Completely pure. А его поверхность полностью чистая. Where whatever comes within it, focus can be reflected. Все, что предстает перед зеркалом, может быть отражено в его поверхности.
But if it is covered with dust, но если зеркало загрязнить, если запылить его поверхность, especially thick dust, especially thick dust, если, например, это такой плотный слой грязи, then whatever comes within its purview, nothing can be reflected. Тогда что угодно можно подносить к зеркалу, но ничего не отразится на его поверхности. So the basic nature of our mind is completely pure. Итак, базовая природа нашего ума, она тоже совершенно чиста. But it is covered by temporary defilements like anger, jealousy, hatred, and so forth. Но просто временные загрязнения его замутняют, такие загрязнения, как гнев, ненависть, зависть и другие. So in the case of, you know, the Buddhahood, not only he has this naturally pure state of mind, which we all have, but he also has that state of mind where he has removed all the temporary defilements. Если говорить о состоянии ума Будды, то не только он обладает этой природной или естественной чистотой, которая, в общем-то, есть у всех нас, но также он сумел устранить временные загрязнения, которые замутняют наши умы. Clear? Это понятно? So what we are trying to say, и что же мы здесь хотим сказать? Is that your basic nature is completely pure. Что наша базовая, основополагающая природа, она совершенно чистая. And if you understand that, если вы это понимаете, that your mind never had independent existence, если вы осознаете, что ваш ум никогда не обладал независимым существованием, it has dependent existence, у него есть существование, но оно зависимое, which means it can change, и из этого вытекает, что ум может меняться. Therefore, even if you have anger, jealousy, attachment, so forth, these are temporary defilements. If you make an effort, you can change it. Тогда получается, что пусть даже у нас есть эти временные загрязнения, гнев, ненависть, зависть и так далее, мы можем это поменять. So that's good news. И это хорошая новость для нас. So having no inherent independent existence means things exist, but their existence is dependent. Therefore, they can change. Отсутствие независимого существования или отсутствие самобытия означает, что вещи существуют, но они существуют зависимо, и значит, они могут меняться. Но in terms of ultimate realization, если говорить о высших реализациях или конечных реализациях, there are two. То их две. The ultimate primordial wisdom that knows the conventional truth, and the ultimate primordial wisdom that knows the ultimate truth. Это высшая мудрость, которая постигает относительную истину, и высшая мудрость, которая постигает высшую или абсолютную истину. So that's why to understand all this, it is important also to have a good knowledge of the two truths. Для того, чтобы разобраться в том, что здесь изложено, очень важно иметь хорошее понимание двух истин. You know two truths? Вы знаете две истины? Conventional truth and ultimate truth. Относительная или условная истина и высшая или абсолютная. Conventional truth means the multifarious things that we see, like men, women, building, dogs, cats, biscuits, tea, so many things. Многообразие, относительно истина означает, что все многообразие вещей, которые мы наблюдаем, мужчины, женщины, собаки, кошки, чай, печенье. The ultimate nature of all these varieties of phenomena is emptiness. Все это относительно истина, а высшая или абсолютная истина всего этого широкого разнообразия явлений – пустота. So therefore, what these two truths are saying, что же говорят нам эти две истины? Is that these conventional truths are very attractive. Что относительная истина, она очень привлекательна. So you get stuck with it. И мы в ней увязаем, застреваем. You get stuck with the men, you get stuck with the women, you get stuck with the car, you know? You get stuck with the nice building. Мы увязаем в своих отношениях с мужчиной, в своих отношениях с какой-то женщиной, в красивой машине, в красивых зданиях. So you need to transcend that conventional truth and understand the ultimate truth. Выйти за пределы этой относительной истины и приблизиться к истине высшей или абсолютной. So there is a gap between appearance and reality. Существует зазор, разрыв между тем, какими вещи представляются нам, и тем, как они существуют на самом деле. Conventional truth is more on the level of appearance. Относительная
Истина — это то, что имеет отношение к видимости, к тому, как вещи нам рисуются. So normally we get obsessed with appearance. Обычно видимая сторона вещей — это то, что и то, что и притягивает нас. And we don't take much time to go beyond appearance and find the reality. И мы не можем позволить себе уделить время тому, чтобы выйти за пределы этой видимости, да, и стремиться к высшей истине. For example, if you go for shopping, you will go after appearance. How nice it is, bag, how cute it is, you know. Например, если мы идем в магазин, скажем, то, конечно, мы ориентируемся на то, как мы видим вещи, да, то есть на видимость, на внешний облик вещей, как та или иная вещь выглядит. And you don't take time to see the reality. How good really is that stuff? И мы не удосуживаемся уделить время тому, чтобы по-настоящему разобраться, насколько хороша та вещь, которая кажется нам такой привлекательной. And I've been telling this several times that even when, you know, when even in terms of marriage, we go after appearance. Я очень часто это повторяю, что даже когда мы выходим замуж или женимся, опять же, внешность на первом месте. And then later on, you understand the reality, then say divorce. А потом мы узнаем реальность, как все обстоит на самом деле, и вот тогда следует развод. Right? Так? So it's not easy to understand emptiness. Так что пустоту понять не так уж легко. But if you get some idea, но если вы получаете хотя бы какое-то представление, much of your craving and grasping can be reduced. Тогда можно во многом справиться со своим цеплянием, со своими чрезмерными желаниями. And that understanding will have a very liberating effect on oneself. И это знание окажет освобождающий эффект на нас. Is it, for example, this book? Например, эта книга. If somebody gives this book to me, если кто-нибудь дает мне эту книгу, and I'm very happy, then this is Uttara Tantra text. И я очень рад, вот у меня в руках Uttara Tantra. And then I get it. И вот я ее беру. You see? I think I got this book, right? By catching. Мне кажется, что вот я ее взял в руки, и я уже ее приобрел, вот я ее имею. But now look at my hand. Но теперь посмотрите на мои пальцы, на мои руки. My hands are not free now. Мои руки сейчас, они уже не свободны. You see? It's only if I give the book, then I can, my hand is free. Только если я положу книгу, я освобожу свои руки. So when you don't understand that ultimate reality, then we have this craving and grasping to anything, then we get stuck. Если мы не понимаем высшую реальность, абсолютную реальность, то тогда у нас непременно проявляется это страстное желание, цепляние, и тогда мы не свободны. So that's not to say that you should not have friends, you should not get married, you should not have possession. I'm not saying that. Я, конечно, веду не к тому, что у вас не должно быть друзей, не должно быть любимых, родственников, не должно быть какого-то имущества, я не об этом. But to all this you should develop a realistic relationship, просто realistic approach. Просто ко всему перечисленному нужно относиться реалистично. Don't develop too much grasping and craving. Чтобы не было чрезмерного цепляния, чрезмерной алчности. Very soon you will have to get separated from everything. Рано или поздно придет такой момент, когда придется расстаться со всем. So while you enjoy something, enjoy, be happy, but less grasping. Пока у вас есть возможность наслаждаться кем-то или чем-то, наслаждайтесь, но без излишнего цепляния, без излишних страстных желаний. So out of these two, the Dharmakaya and Rupakaya. Если говорить об этих двух телах, Путы, Рупакая, Дхармакая и Рупакая. Dharmakaya is primarily actualized through practice of wisdom. Dharmakaya — это то, что обретается в первую очередь посредством практики мудрости. And Rupakaya is actualized primarily through the collection of merits. А Рупакая обретается прежде всего посредством собрания заслуг. So in the case of Rupakaya, again there are two kinds. Рупакая, опять же, в свою очередь делится на две категории. The enjoyment body and the emanation body. Тело радости или тело наслаждения и тело эманации. Emanation body, enjoyment body and emanation body. Now enjoyment body said to possess five features. Тело радости, оно обладает пятью характеристиками. Like it has a definite follower, student.
Например, у существа, у которого развито такое тело, есть безграничное количество последователей. Because such a Buddha of, you know, enjoyment body will be, his followers will be bodhisattvas only. И его последователи будут только бодхисаттва. So the followers are, you know, decided, definite. The followers are definite. И, то есть у него будут определенно такие последователи. Followers are, you know, what will be his followers? Bodhisattvas, definite. А совершенно определенно, какие у него будут последователи, его последователями будут бодхисаттвы. Ну да. And his place is also definite. Также определенным будет место его пребывания. So he possesses five certainties. У него будет вот таких пять определенных характеристик. And the other kinds of, you know, form body, which are not enjoyment body, are called emanation bodies. Другие тела, которые не относятся к категории тела радости, будут относиться к категории тела эманации. So emanation body of the Buddha can be in many forms. Тело эманации может проявляться в самых разных формах. The Buddha who appeared in this world was emanation body. Будда, который появился в этом мире, это собственно было тело формы, тело эманации. And he can also emanate himself into the form of a great technician, great artist, and things like that. И он может также явить себя в форме великого специалиста в области технологий, как-то иначе. So when we talk out of the seven qualities, now we finish the first one, Buddha. Как я уже сказала, в этом тексте рассматриваются семь основных тем, и мы сейчас закончили первую, которая называется Будда. So Buddha means basically Dharmakaya, Rupakaya. Итак, еще раз, Будда это прежде всего Дхармакая, Рупакая. Dharmakaya means the wisdom of the Buddha, which is without the temporary defilements. Дхармакая – это мудрость Будды, в которой нет временных загрязнений. And it could also refer to the ultimate nature of that wisdom mind. И сюда также относится естественная природа этого ума мудрости. So that is what I mean, natural purity and purity of temporary defilements. Это то, что я вам сказал, когда объяснял естественную чистоту с одной стороны, и с другой стороны чистоту как очищенность от временных загрязнений. Then with the form body, I've just explained there are two enjoyment body and emanation body. Когда я объяснял вам тело формы, я сказал, что здесь опять же выделяются две категории: с одной стороны тело радости, с другой стороны тело эманации. So this now, because the book is available, you can read and you. This is just root text or commentary. It's a commentary by Asanga. Very good. So текст, который сейчас вышел на русском языке, мы просим прощения, что мы привезли мало. Мы завтра обязательно это восполним. Завтра привезем еще книги. Он теперь есть коренной текст, и есть еще комментарий Асанги. Гишла говорит, что это очень хорошо, его можно читать и изучать. So the second Vajra topic is Dharmaratna. Следующая кармическая тема, кармический сюжет – это Дхармаратна, драгоценность Дхармы. Dharmaratna here also refers to a completely pure, true state, which possesses eight qualities. Это полностью чистое состояние, которое обладает восьми характеристиками. Now remember Dharmakaya. Dharmakaya. Давайте вспомним Дхармакаю. Not Dharmakaya, sorry. Dharma. Давайте вспомним о Дхарме, простите. Dharma, as we have discussed earlier, Dharma refers primarily to the path, like the realization of a bodhisattva who directly sees emptiness. По словам Дхармы, прежде всего понимается реализацией бодхисаттв, который видит пустоту напрямую. Or the compassion with that arya, you know, bodhisattva. А также сострадание этих бодхисаттв, благородных существ. And Dharma also refers to the state of cessation of negative emotions. А также под Дхармой понимается состояние прекращения негативных эмоций. Clear. When you это say I take refuge to Dharma, Dharma primarily means Nirvana. Если вы говорите, я принимаю прибежище в Дхарме, вы должны понимать, что под Дхармой прежде всего подразумевается Нирвана.
Nirvana is a state of cessation of afflicting emotions. Нирвана — это состояние прекращения омрачающих эмоций. You want to remove all the negative emotions. Мы хотим устранить все негативные эмоции. So therefore you take refuge in that state where there is no negative emotion. Поэтому мы принимаем прибежище в таком состоянии ума, где вообще нет негативных эмоций. So this is the third of the four noble truths. Это третья из четырех благородных истин. True cessation. И истина о прекращении. And likewise the path that leads to that true cessation. Подобным образом существует также путь, ведущий к этому состоянию прекращения. So that is the meaning of dharma. В этом, собственно, и состоит значение слова дхарма. So for a Buddhist, when you say I take refuge to dharma, you take refuge to that nirvana. Поэтому для буддиста, если ты обращаешься за прибежищем к дхарме и говоришь эти слова, я обращаюсь за прибежищем к дхарме, то, собственно говоря, ты принимаешь прибежище в состоянии нирваны. Not a dharma text. А не в книге, не в тексте по дхарме. This is conventional dharma. Потому что книга — это относительная дхарма. Not the ultimate one. А мы же обращаемся к высшей. So, for example, in the case of the true cessation. Например, если мы говорим об истинном прекращении. It is a state which you cannot properly be, you know, contemplated. Это такое состояние, которое, ну, должным образом созерцать невозможно. Или... And it is a state which is free from the true, the karma and negative emotions. Это состояние, которое лишено двух кармы и отрицательных эмоций. And it does not have the conceptuality of true grasping. И там нет conception of true grasping. Там нет концепции истинности цепляния. So the three qualities of true cessation is unthinkable. Три качества истинного прекращения — это то, что это немыслимое. Peaceful. Мирное. Because it is without action and negative emotions. Потому что нет деяний, нет действий, нет негативных эмоций. And non-conceptual. И, наконец, это есть неконцептуальное. So in the case of the, so this is the true cessation. Now the true path. Это были характеристики истинного прекращения. Теперь истинный путь. It is like a sun. Здесь говорится, что истинный путь подобен солнцу. Because with that true path you have actualized the primordial wisdom, which is free from any defilements. Потому что с помощью истинного пути ты приходишь к изначальной мудрости, которая лишена всяческих загрязнений. And it has total clarity over suchness. И это то, что обладает полной ясностью в том, что касается таковости. And it also has the qualities of you know, a counterforce against all the negative emotions. Это то, что способно служить силой противодействия или противоядием от всех негативных эмоций. So if you categorize the first three within the true cessation, если первые три характеристики ты относишь к истинному прекращению, and the last three into the true path, а последующие три к истинному пути. In other words, in addition to the six, if you count the true path and true cessation, that makes it the eighth quality. То есть если к шести характеристикам ты добавишь еще истинное прекращение, истинный путь, то ты получишь восемь характеристик. So therefore, when you take refuge to dharma, you need to realize, okay, dharma has these qualities. Поэтому, когда мы обращаемся за прибежищем к дхарме, очень важно отдавать себе отчет в том, что дхарма обладает всеми этими перечисленными характеристиками. Now, true cessation is a state of having removed all the negative emotions through the practice of the true path. Истинное прекращение — это состояние полного освобождения от отрицательных эмоций посредством осуществления истинного пути. Because we take refuge in true cessation, because even though that true cessation may be permanent, but it is a state without afflicted emotions. Therefore, you get peace. It is impermanent. Yeah. Permanent. It is permanent. Мы обращаемся за прибежищем, или идем за прибежищем к истинному прекращению, потому что хотя это состояние постоянное, it has, can you see the second part? Even though it's permanent, it has It is a state of
completely free from negative emotions. Это состояние полного освобождения от всех отрицательных эмоций. So that state is very important. Это состояние, его достижение для нас чрезвычайно важно. It is the state of your mind. Это состояние нашего ума. Where, you know, state having removed negative emotions. Состояние, в котором мы полностью устранили все отрицательные эмоции. And the true path refers to a path which leads to actualizing that true cessation. А истинный путь — это такой путь, который приводит нас к осуществлению истинного прекращения. So these two are the real dharma ratna. И вот эти две составляющие и есть настоящая дхарма ратна или драгоценность дхармы. Not just some of the oral transmissions. А не просто какие-то устные передачи. Third is the Sangharatana. Третья наша тема Sangharatna или драгоценность Санхи. That also has eight qualities. Которая также обладает восьмью характеристиками. Now here Sangha refers to an Arya. Здесь по словам Sangha понимаются благородные существа Арии. An Arya which possesses these eight qualities of knowledge and liberation. Это Санха, благородная Санха, которая обладает восьмью характеристиками, освобождением и другими. So that Sangharatana can be of the Mahayana or of the Hinayana. Когда мы говорим о драгоценности Санхи, то у нас есть драгоценность Санхи Махаяны и Хинаяны. So Sangharatana is somebody who possesses these eight qualities. Итак, драгоценные санки — это существа, которые обладают восьмью характеристиками. The eight qualities means it is a state where you realize suchness of all sentient beings. Что это за восемь качеств? Во-первых, это состояние, когда ты понимаешь таковость всех существ. So that's called knowledge. Это то, что называется знанием. Similarly, it also able to know all the conventional realities, like the presence of Buddha lineage in all sentient beings. Также ты it also knows the conventional truth. Ты знаешь всю относительную истину. For example, knowing the presence of lineage of Buddha. Presence. Presence of lineage of Buddha in all sentient beings. Например, ты видишь линию преемственности Будды во всех живых существах. And these two knowledges, the knowledge of the suchness and knowledge of conventional truth, that is also being seen by the primordial wisdom. И эти два вида мудрости, мудрость постижения таковости и мудрость знания относительной истины, это то, что способно видеть изначальная мудрость. Это объект изначальной мудрости. And it is free from obscurations of attachment. И здесь нет никаких загрязнений, которые налагает привязанность. And it's also free. So there are three kinds of obscurations. One is called obscurated attachment. Загрязнений вообще три вида. Во-первых, это загрязненная привязанность. That state is free from that obscurative attachment. И то состояние, о котором мы сейчас говорим, оно лишено вот такого рода загрязнения. It's also free from obstructive attachment, obstructive obscuration. Кроме того, это состояние лишено мешающей привязанности, мешающего загрязнения. Obstructive obscuration here means like the imprints of ignorance. Это, например, отпечатки, которые оставляют на нашем уме неведение. And it's also free from inferior obscurations. И также это состояние лишено низшего загрязнения. Inferior obscuration means if you aspire to get liberation just for yourself alone and forget about Buddhahood for all sentient beings, there is an inferior obscuration. То есть загрязнение как бы связано с низшими целями, когда, например, мы устремляемся к освобождению только для себя самого и забываем обо всех остальных живых существах. So if you categorize the first three as the knowledge, as the qualities of knowledge,
And the last three as the qualities of liberation, then this makes the eight qualities. Если первые три мы относим the first three to the liberation. First three as the quality of knowledge. Первые три мы относим к качеству знания, последующие три and the second. Second three are qualities of liberation. Последующие три это мы относим к качеству освобождения, так мы получаем в общей сложности 8. So in short, in terms of its knowledge, in terms of its liberation, that you know, Arya Bodhisattva has actualized these qualities. Итак, говоря о знании с одной стороны, об освобождении с другой, Арья Бодхисаттва, они обладают всеми этими качествами. So this more or less completes the sangha. Это более или менее завершает тему сангхи. And I have already explained why there are three objects of refuge. И я уже объяснил вам выше, почему у нас три объекта прибежища. Three objects of refuge, Buddha, Dharma, and Sangha, are also there in terms of the process of taking refuge by the Sarvakas, Pratika Buddhas, and Bodhisattvas. Когда мы говорим о трех объектах прибежища, то это также имеет отношение к разным способом обращения за прибежищем, который демонстрирует Шабаки, Пратика Будды, Бодхисаттва. All the three, the Sarvakas, Pratika Buddhas and Bodhisattvas, they take refuge to all the three objects of refuge. И Шабаки, и Пратика Будды, и Бодхисаттвы, они идут за прибежищем ко всем трем объектам прибежища. When they take refuge, they see Buddha as the teacher. Когда они идут за прибежищем, для них Будда — это всегда учитель. And the Dharma is the actual refuge. А Дхарма для них всегда — это, собственно, прибежище. And the Sangha is the supporting friend. А Сангха — это те друзья, которые поддерживают на пути. But individually speaking, the Sarvaka Sanghas, they primarily take refuge in Sangha. Но если говорить о шаваках, например, то они преимущественно обращаются за прибежищем к сангхе. Pratika Buddhas, they primarily take refuge in the Dharma. А Pratika Buddha, они преимущественно обращаются за прибежищем к Дхарме. And those with the Mahayana lineage, they primarily take refuge in the Buddha. А те, кто принадлежит к линии Махаяны, они преимущественно идут за прибежищем к Будде. So this is how, you know, three objects of refuge are presented. Ну вот так в этом тексте представлены эти три объекта прибежища. But out of these three, the ultimate refuge is said to be Buddha alone, the ultimate refuge. Но наивысшим прибежищем здесь, конечным прибежищем здесь называется именно Будда. Now, why these three, the Buddha, Dharma, and Sangha, are called three ratnas, three jewels? Теперь следующий вопрос: почему эти три, Будда, Дхарма и Сангха, называются тремя драгоценностями? They are called three jewels or ratnas because just like a precious jewel, like a diamond, which is very difficult, which is very rare to get it. So similarly. Encountering or becoming Buddha, Dharma and Sangha is also very rare. Потому что как трудно встретить в мире чистейшей воды бриллиант, также редки и Будда, Дхарма и Сангха. Just as a precious jewel or diamond has the power to eliminate poverty of people, similarly they have the capacity to remove the poverty of the human mind. Подобно тому, как чистейшей воды бриллиант или какая-то другая драгоценность способны устранить бедность в мире, точно так же три драгоценности способны устранить скудность или бедность наших умов. So just like these precious jewels, they are also an ornament. Подобно тому, как эти бриллианты или другие драгоценные камни являются украшениями. And just like these precious jewels, they probably won't change in terms of that their preciousness. Similarly, the Buddha, Dharma, and Sangha,
They are unchanging in that sense. Подобно тому, как драгоценные камни, о них можно сказать, что они не теряют свои ценности, также не утрачивают свои ценности, и три драгоценности будут харма и сангха. В этом смысле они неизменны. This finishes the first three vajra topics. И мы с вами сейчас коротко прошли первые три ваджраные темы, которые представлены в этом тексте. And the fourth one, which is probably the most important, is the lineage. Четвертая тема, которая, наверное, можно сказать, самая важная, называется линия преемственности. Or it is sometimes also called kam. Rik means lineage. Kam means, I don't know, element. Элемент. Иногда также эту тему называют элементом или составной частью элементом. Now even if Buddha, Dharma and Sangha are very precious, they are there. Пусть Будда, Дхарма и Сангха очень драгоценны, но вот они есть. But if we don't have their lineage, но если у нас нет линии преемственности Будды, то есть если мы не относимся к этой линии преемственности Будды, then it's not possible to become Buddha. То нам, хоть они и существуют, нет никакой возможности самим стать Буддой. Therefore, in Buddhism, especially in Mahayana Buddhism, we say all sentient beings have Buddha nature. Поэтому в буддизме, особенно в буддизме Махаяны, говорится, что все живые существа обладают природой Будды. You have Buddha nature. В каждом из вас есть природа Будды. What is your Buddha nature? В чем состоит ваша природа Будды? Tell me. Скажите мне. What? Happiness. No. Нет, нет, не счастье. Отлично. Love. No. Тоже нет. Нет. They say pure consciousness. Pure consciousness, no? I already explained in the beginning. На самом деле, в самом начале я уже это объяснял. The natural purity of the mind. Вот это чистая, естественная чистота наших умов. The mind having no inherent existence. Что ум не обладает самобытием. It is because of this mind having no inherent existence. Поскольку у ума нет этого самобытия. That you are able to become Buddha. Ты можешь стать Буддой. As I've explained, the mind's basic, fundamental nature is pure. Я говорил, что основополагающая природа ума, она чиста. In tantra we call it clear light. Это то, что в тантре мы называем ясным светом. So therefore it is possible to change, to become better. Именно to become по этой Buddha. Причине возможно изменение, и мы можем измениться к лучшему и стать Буддой. So when we talk about Buddha nature, когда мы говорим о природе Будды, we are talking about two things. Мы говорим о двух вещах. One is mind's basic nature. Во-первых, о базовой основополагающей природе нашего ума. Which is called natural purity. Это то, что мы называем естественной чистотой. Natural purity means the mind never had inherent independent existence. Естественная чистота, еще раз, это то, что у ума никогда не было независимого существования, никогда не было самобытия. So this lack of inherent existence of your mind is called Buddha nature. И это отсутствие самобытия у вашего ума и есть природа Будды, так это называется. This is called Buddha essence. То, что называется сущностью Будды. Татхагата Гарбха. Татхагата Гарбха. Татхагата Гарбха is found in sentient beings. Татхагата Гарбха есть в живых существах. Not in the Buddha. А не в Будде. Not in the Buddha. А не в Будде. Because Buddha is already enlightened. Потому что Будда уже просветлен. So don't think Татхагата Гарбха is in the Buddha's mind. No. Поэтому не думайте, что Татхагата Гарбха, природа Будды, это в уме Будды. Татхагата Гарбха means the capacity, the possibility to become Buddha. Татхагата Гарбха на самом деле это потенциальная возможность стать Буддой. The second Buddha lineage or Buddha nature is Buddha lineage is called the evolving, something like, evolving lineage. Следующая линия или следующая составная часть природы Будды — это то, что называется evolving lineage. Evolving or developed lineage. Развивающаяся линия, да, эволюционирующая линия. That means the mind's basic nature is pure. То есть
базовая природа ума чиста. But it is advantageously or temporarily covered. Но при этом она загрязнена временными загрязнениями. Right? Приходящими загрязнениями. So in order to remove this temporary covering. Для того, чтобы эти временные покровы устранить. When you develop compassion. Когда, например, мы развиваем сострадание. When you develop wisdom, understanding, emptiness. Когда мы развиваем мудрость постижения пустоты. So these practices. То эти практики. The Buddha's lineage. И становится принадлежностью линии Будды. Because it is by developing, it's not enough that your mind basic nature is pure, but you need to develop, remove these stains, coverings, and develop these positive qualities. Потому что недостаточно, что истинная природа Будды чиста. Нам нужно еще устранить все эти загрязнения. Нам нужно развиваться, да? Вот это развитие тоже составная часть природы Будды. So when these qualities develop further and further, then they become the qualities of the Buddha. И когда мы эти присущие нам качества развиваем дальше, дальше и дальше, то постепенно обретаем качество Будды. So therefore we can call it the developed lineage. Поэтому мы можем говорить о вот линии развития, да, или линии эволюции. Another one is called natural lineage. Первая линия называется естественная, природная линия, вторая линия эволюции, линия развития. Your ordinary mind right now is polluted. Наш обыденный ум сейчас загрязнен. Basic nature is pure. Но при этом его базовая природа чиста. But it is covered by temporary afflictive emotions. Но она загрязнена временными омрачающими эмоциями. Now this basic nature, the и эта базовая природа, nature of the mind of ordinary sentient being, природа ума обычного существа, and the basic nature of the wisdom mind of the Buddha. И базовая природа ума мудрости Будды. They are same. Они одинаковы. Having no inherent existence. И наша природа ума и природа ума Будды не обладает самобытием. But the difference is, in addition to the basic purity, the Buddha also actualized the purity of having removed the temporary negative emotions. Но еще раз разница между нашим умом и умом Будды заключается в том, что плюс к природной, естественной чистоте, Будда также реализовал чистоту, избавившись второго типа, избавившись от временных наслоений, временных загрязнений. So in terms of nature, they are same. С точки зрения природы, это одно и то же, они одинаковы. But we are not saying they are completely same. Но мы не можем сейчас сказать, что они полностью идентичны. It's like, for example, let us say the space. Например, ну, скажем, пространство. Space that is there in this cup. Пространство, которое есть в этом бокале. Space that is there in my mouth. И пространство, которое есть в моем рту. So they're naturally same. Природа одинаковая. It is just space. Просто пространство. But they are different in the sense this is space of the cup, this is space of the mouth. Но разница в том, что это пустота бокала, а это пустота моего рта. So similarly, the basic nature of the Buddha, basic nature of sentient being, in terms of reality, that is same. И еще раз, природа ума обычного существа и Будды с точки зрения базовой природы одинаковы. But the difference is in terms of whether the temporary advantages. Разница заключается лишь в том, устранены или нет временные, приходящие, омрачающие эмоции. Clear. Это ясно? So ask some questions. Сейчас давайте несколько вопросов. Пожалуйста. Сможете чуть подробнее рассказать о том, что такое отсутствие самобытия ума? Подробнее, пожалуйста, расскажите подробнее о том, что такое отсутствие самобытия ума. Гешла, could you say a little bit in more details what is the lack of inherent existence of the mind? What is the lack of inherent existence of the mind? Good question. Очень хороший вопрос. This is very important. И очень важный. I think the other day also probably I explained. Мне кажется, нашу первую встречу, but maybe not all of them were here okay. on so the first day. Explain again. Первый день я, неделю назад я об этом говорил, но поскольку не все были, я повторю еще раз. Listen carefully with your ears raised. Поэтому сейчас, пожалуйста, навострите ушки и слушайте. Things exist
Вещи существуют. You exist. Вы существуете. I exist. Я существую. Cup exists. Бокал существует. Flower exists. Цветы существуют. No problem, right? Нет никаких проблем с этим. Exist. Все существует. But when we say the flower exists, но когда мы говорим, цветы существуют, there are only two ways of existence. Они могут существовать лишь двумя способами. Dependent existence or independent existence. Они могут существовать либо зависимо, либо независимо. Meaning that either the flower should exist by depending on many things, or it should exist without depending on anything. То есть либо эти цветы существуют с опорой на какие-то другие вещи, то есть зависимо от других вещей, и либо полностью независимо. Хорошо? Dependent existence and independent existence, they are mutually exclusive. Зависимое существование, независимое существование — это две опции, которые исключают друг друга. It has to be one of them. То есть у нас должно быть либо первое, либо второе. It cannot be both. И первое, и второе одновременно не могут проявиться. Mutually exclusive. Мы говорим здесь о взаимоисключающих альтернативах. It has to be one, dependent existence or independent. То есть может быть только что-то одно, либо зависимое существование, либо независимое. It cannot be both. И то, и другое не может проявиться. And there is also no third possibility. И кроме того, нет третьей возможности. So now you tell me. Теперь скажите. Whether this flower has dependent existence or independent existence. Зависимо существует этот букет, эти цветы, или же независимо. Dependent. Say it loudly. Громко скажите. Dependent existence, right? Зависимое существование, да? No, no. You just answer what I'm asking. Нет, пока просто отвечайте на мой вопрос. Yeah, yeah. So later on, if you have a question, you can ask. So dependent existence. Итак, зависимое существование. So when you say this has dependent existence. Когда вы говорите, эти цветы существуют зависимо. Then it cannot have independent existence. Из этого вытекает, что они не могут существовать независимо. Right? Так? I already explained. They are. Это я уже объяснил. Completely opposite. Взаимоисключающие возможности. Therefore, поэтому non-existence of independent existence is called emptiness. Отсутствие независимого существования и называется пустотой. Empty means empty of independent existence. Когда мы говорим пустота, мы подразумеваем отсутствие независимого существования. Чего нет? Нет независимого существования. Things have dependent existence. Вещи существуют зависимо. There is no independent existence. У них нет независимого существования. So emptiness means non-existence of independent existence. Поэтому пустота означает отсутствие независимого существования. Clear? Это понятно? Понятно. I'm trying to learn Russian. Пытаюсь выучить русский. Clear, clear. Ясно, да? Yes. 100%. На 100%? So, to your question. Теперь к вашему вопросу. The mind also exists. Ум также существует. So it should exist dependently or independently. Он может существовать либо зависимо, либо независимо. So like any other thing, as we already discussed, the mind also has dependent existence. И как любая другая вещь, которую мы обсуждали, ум тоже существует именно зависимо. Therefore, it has no independent existence. Поэтому и нет независимого существования. Now you might think, why we need to know this? Теперь у вас может родиться вопрос, а зачем нам все это знать? Why we take our brain? Зачем напрягать свой мозг в этом направлении? This is important. Но это важно. Because even though things have dependent existence. Потому что хотя вещи существуют зависимо,
But in our day-to-ordinary unquestioning life, но в нашей обычной жизни, когда мы не задаемся множеством вопросов, we tend to see things as having independent existence. В нас проявляется тенденция воспринимать вещи как существующие независимо. For example, например, if you see something that you like, если вы видите что-то такое, что вам нравится, then you say, wow, so good. Вы говорите, ничего себе, какая красота. Independently existing. Независимо существующее. You see? When you don't like somebody, а когда вам кто-нибудь не нравится, oh, horrible. Ужас, говорите вы. Independently negative. Независимо существующие негативные вещи. We think like this. Или человек. Мы склонны так думать. If we think like this, what is the problem? А если мы так думаем, то в чем проблема? The problem is if you say, wow, 100% good, then you get obsessed with it. Проблема заключается в том, что когда вы называете какую-то вещь на 100% положительной, на 100% хорошей, то вы туда застреваете, увязаете полностью. I must have this. Вы говорите, я хочу это, я должен это иметь обязательно. In a way, we work so hard, because we are obsessed with so many things. В некотором роде мы так много работаем в повседневной жизни, потому что мы хотим получить слишком много вещей, буквально увязли в этом. This is so good, I have to have it. That is so good, I have to have it. But это такая хорошая вещь, она мне нужна, и вот это нужно. Мы одержимы этим желанием. But you don't have much money. А денег у нас недостаточно. So you have to work. Приходится работать. So this is how you work so hard. И вот так вот мы и работаем, не покладая рук. When you see somebody that you don't like as independently negative. А если мы смотрим на какого-то человека, и он нам не нравится, и мы приписываем ему независимое существование, then there is no possibility to have dialogue, negotiation. То тогда как бы в нашем уме не остается возможности для диалога с этим человеком. Right? Так ведь? Therefore, one of the Buddhist teachers, he says. Поэтому один из буддийских учителей говорил. When you encounter an attractive object. Когда встречаешь какой-то привлекательный объект. See it like summer rainbow. Относись к нему как к летней радуге. Looks beautiful. Кажется красивой. Appears beautiful. На первый взгляд очень красивая эта радуга. But there is no essence. Но сути никакой. Rainbow. Радуга. From a distance, beautiful. Издалека так красиво смотрится. But the closer you go, но чем ближе подходишь, there's nothing. Вот подходишь ближе, и оказывается, там нет ничего. So everything we enjoy is actually like that. Поэтому все, чем мы наслаждаемся в жизни, по сути, то же самое, что и эта радуга. Like an illusion, like a dream. Похоже на иллюзию, похоже на сон. But I'm not saying that they are useless. Но я не говорю, что во всех этих вещах нет никакого толку. I'm saying that it is not worth get completely stuck or obsessed with these things. Я лишь говорю, что все эти вещи не заслуживают того, чтобы быть одержимым ими, чтобы увязать в них, застревать. It's like your dream. Это очень похоже на наше сновидение. If you get a very good dream. Если снится очень хороший сон. Very good. Очень хороший. But if you get obsessed with that dream, then people say, oh, he's stupid. Но если так и останешься одержимым этим сном, только о нем будешь думать, то люди скажут, какой же глупец. So what we are experiencing in our life is another kind of dream. Но то, что мы переживаем в нашей повседневной жизни, это тоже своего рода сон. That's why we call Buddha. Buddha means somebody who is fully awake. Вот почему мы говорим о Будде, что Будда — это такое существо, которое полностью пробудилось. Which means we are dreaming. Если Будда пробудился, значит мы с вами спим. So to become Buddha means to wake up. Стать Буддой значит проснуться, пробудиться. To wake up to the reality. Пробудиться и увидеть реальность. Lack of inherent existence. Отсутствие независимого существования, самобытия. Can you see the benefit? Видите теперь эту пользу? For example, when somebody says something bad to you. Например, если кто-нибудь говорит вам что-то плохое. How dare you say this to me? Как смел ты так отозваться обо мне? Then you think that you are like independently existent. В этот момент, когда ты так с гневом произносишь, ты воспринимаешь себя как существующего независимо. Nobody can harm you. Никто не имеет права тебе причинить вреда. And people even jump before machine guns. И люди иногда даже берутся за автоматы. Of course, machine gun will kill them.
Ну, конечно, если взять автомат, то можно убить. But when you don't have understanding, then nobody can do anything to you. Но когда у тебя в голове нет никакого понятия, то ты кажешься сам себе неуязвимым. Not realizing your vulnerability, not realizing your fragility. Ты не понимаешь, насколько ты хрупок, насколько ты уязвим. The body, the mind has a dependent existence. И тело, и ум обладают зависимым существованием. We also call it impermanent. Мы также называем это непостоянством. I sometimes use the word fragile. Я иногда использую слово хрупкий, хрупкость. When you travel, if you are carrying some fragile things with you, если ты отправляешься в путешествие, у тебя при себе какие-то хрупкие вещи, then we must write something. Fragile, handle carefully. То тогда мы наклеиваем такую наклейку, где написано хрупкое, обращаться осторожно. So for each of us we need to put a placard. Мне кажется, нам fragile, handle carefully. Нам каждому нужно на себя такую наклейку наклеить, где было бы написано хрупкое, обращаться с осторожностью. I mean, look inside your outside it's covered, you don't know much. Давайте заглянем себе внутрь, да? Вот если посмотреть на нас вот так со стороны, то кажется, что мы nowadays you see how the whole internal systems of the body functions. Что мы такие цельные, наших внутренних органов не видно, но сегодня наука позволяет заглянуть внутрь себя и узнать, из чего мы состоим. So it is important that you see those videos. Очень важно, чтобы вы посмотрели все эти видеозаписи, фиксирующие работу нашего тела. How the lung functions, how the heart functions. Как работают легкие, как работает сердце. That will help you take more care about your body. Потому что с этим познакомившись, будешь поосторожнее обращаться со своим телом. So in Buddhism, when we talk about impermanence, that is what we are talking about. Собственно говоря, когда в буддизме рассказывается о непостоянстве, именно это имеется в виду. But when we don't realize this, forget about dharma practice, we don't even know how to take care of oneself. Но если у нас нет практики дхармы, то если мы не знаем всего этого, то что говорить о практике дхармы, мы даже о себе самом не можем позаботиться. We throw everything into the mouth. Мы просто забрасываем без разбора все в рот. Then we get sick. Потом заболеваем. You see, we are like small kids, you know. Мы как маленькие ребятишки. So therefore, this teaching of Buddha. Поэтому это учение Будды. Which is asking you to, like there are practices of mindfulness of the body. Например, среди учений Будды есть практика памятования о теле. Mindfulness of the mind. Памятование об уме. Mindfulness of the feeling. Памятование об ощущениях. And mindfulness of all phenomena. И памятование обо всех явлениях. So mindfulness means to be, if you are aware and recognize the reality of your body, your mind, and everything else, then you will be able to take a very realistic, beneficial approach. Памятование для чего нам нужно? Если мы действительно осознаем, как работает наше тело, как работает наш ум, как работают все явления, то наш подход к жизни будет реалистичным. Okay, any other questions? Еще вопрос? Я хотел спросить, по каким критериям я должен определять, какие качества во мне это изначальные качества, которые полезны? А какие качества во мне, то, что вы называли загрязнением, от которых я должен избавиться? Вот по каким критериям определить? Гишла, what are the criteria to understand which quality of my mind are, let's say, primordial and positive, and which qualities are adventitious and temporary and bad and should be removed? How to distinguish which one belong to this primordial state of mind? And are good, and which qualities are temporarily adventitious. I had given you the example of that mirror. Я помните, я приводил вам пример с зеркалом и пылью или грязью. If you try to do some short meditation. Если вы сможете провести короткую медитацию. Not remembering anything that has happened in the past. Постарайтесь не вспоминать ничего, что относится к прошлому, что произошло в прошлом. And not thinking anything about the future. И не допускайте мысли о будущем.
And not letting your mind get obsessed with any object. Не позволяйте своему уму зацикливаться на любом из объектов. Simply try to observe the mind. Старайтесь просто наблюдать за своим умом. Then you will experience a mind which almost looks like having no content. То вы сможете пережить такое переживание, в котором ваш ум как бы будет лишён, практически будет лишён содержания. So that is basically the pure mind. Вот это состояние чистого ума. Normally our mind is always chasing object. Обычно наш ум только и делает, что преследует какие-то объекты. For example, attachment is temporary advantage. Например, привязанность – это временное, приходящее загрязнение. Anger is temporary. Гнев тоже. Временное загрязнение. Not only temporary, but they are destructive. Не только, это не только временные качества, но они еще и разрушительны. Positive emotions like compassion, love that we sometimes develop, that is also temporary in our ordinary life. Но положительные эмоции, которые мы иногда развиваем, сострадание, любовь, они тоже временные. But because these minds are important, useful, therefore we make repeated effort to make sure that one day these qualities will become almost like permanent, you know, with oneself. Но поскольку эти качества для нас полезны, мы прилагаем особые усилия для того, чтобы их развить, для того, чтобы их усилить, и в какой-то момент они могут стать, ну, можно сказать, в некоторой степени постоянными. Then also these negative emotions, they have no foundation. И еще негативные эмоции, они не имеют под собой основы. There's no reason that they should be there. Нет никакого основания, да, почему они должны существовать. The positive emotions like loving kindness, compassion, there is a reason that they should be there. Положительные эмоции, такие как любящая доброта, сострадание, есть основания, почему они должны быть, почему они нужны. So the more and more we remove these negative emotions, the more and more we'll be able to see that clear mind. Clear mind. Чем больше мы будем устранять отрицательные эмоции, чем яснее мы увидим этот ясный ум. Правильно ли я понял, что критерием является, я для камеры повторяю, является сравнение состояния обыденного ума с состоянием медитации? Did I understand you correctly that the real criteria will be the state of comparison? I'm comparing my normal state, ordinary state of mind, with the state of mind in meditation, and by doing, yeah, by doing, like что-то в таком духе, да. Yeah. Прошу прощения, а можно, вы сказали, что отрицательные эмоции лишены основы. Что это значит, что они лишены основы? Gisela, when you're saying that negative emotions don't have any basis, what actually does it mean? They don't have a basis. Don't have basis because there is no reason that they should be there. Лишены основы в том смысле, что нет никакого основания, зачем им существовать. One, because they are destructive. Первое, они разрушительны. Two, they are narrow-minded. Во второе, они дают узкую картину. If you compare like negative emotion and positive emotion, если мы сравним отрицательные эмоции и положительные эмоции, positive emotions are like all embracing. Положительные эмоции окажутся такими, которые все в себя включают, все объемлют, все объемлющие. Like, for example, when we talk about developing loving kindness. Например, когда мы говорим о развитии любящей доброты. Loving kindness to everybody. Любящая доброта, она простирается ко всем. But attachment. А привязанность? Attachment normally wants to attach to one object, one person. Привязанность обычно избирательно распространяется на какой-то один объект, на какого-то одного человека. Generally, I think attachment will not say that I have attachment to all the people in the world. Наверное, мы не найдем такого случая, когда какой-нибудь человек говорил, я испытываю невероятную привязанность ко всему миру. So therefore, in terms of well, this is a good question, difficult question. Это хороший вопрос, который вы задали, и довольно сложный. But whether it's what I'm saying is
whether it's reasonable, whether there's any reason. Я говорю об обоснованности отрицательных эмоций. Есть ли какое-то основание, оправдывающее факт их существования? There's no foundation, no basis means if you with your wisdom mind, if you analyze why that anger and jealousy has to be there, then you will find no reason that it should be there. У них нет основы, нет основания в том смысле, что если мы, опираясь на мудрость, попробуем проанализировать факты их существования, задавшись вопросом, для чего они, должны ли они существовать, для чего они должны существовать, то мы не найдем никакого вразумительного ответа. Поэтому Шантидева Бхагичарья Аватари говорил, the sufferings that we get through afflictive emotions can be removed through the wisdom mind. Что страдания, которые доставляют нам отрицательные эмоции, им можно положить конец, если опереться на мудрость, да, на ум, исполненный мудростью. So this is the Buddhist viewpoint. И это буддийская точка зрения. The modern scientists, they say, современные ученые говорят, emotions are emotions. There's nothing good, nothing bad. Эмоции есть эмоции, в них нет ничего особенно хорошего или особенно плохого. So we should analyze further. И мы должны дальше упорствовать в своем анализе. If anger, for example, is necessary. Нужен или не нужен гнев? The scientists, they say that anger is necessary. Otherwise, if somebody bullies you, if you're not angry, you will not be able to, you know, take steps to protect yourself. Ученые, например, говорят, что гнев нужен, потому что если кто-то на тебя нападает, а у тебя нет гнева, то ты не предпримешь необходимые шаги для того, чтобы себя защитить. But Buddhist teachings say anger is negative. А буддисты говорят, что буддийское учение гласит, что гнев негативен. So how much anger you can have? Сколько может быть у вас гнева? Is there a limit by which you can say that this much anger is good? Beyond that, it's not good. И есть ли какие-то численные измерения, что вот столько гнева полезно, а вот столько гнева уже вредно? The badness of anger, we know, all of us know, whether scientists or not scientists, like all the conflicts, killings, world wars, they are due to anger. Отрицательные качества гнева понятны каждому человеку, потому что все проблемы в мире, все войны и так далее, они все это развязывается, разворачивается из-за того, что у нас есть гнев. So this is, I mean, not easy. So we need to explore more. Но это все непросто, и здесь требуется дальнейшее исследование с нашей стороны. But what I think Buddhist teachings are saying is, in order to solve any problem, you know, without getting angry, you can be tough. Но что говорит нам буддийское учение, что если нужно решить какую-то проблему, то можно не прибегая к гневу, тем не менее быть достаточно твердым. And in fact, it looks like Buddhism is saying that you can take the toughest stand if you are without these negative emotions. И еще похоже, что утверждает буддийское учение, что ты можешь проявить настоящую такую непреклонность, твердость в решении каких-то проблем только в том случае, если ты не будешь испытывать гнева. These are not, I'm not saying these are easy. Я не говорю, что это просто. If we follow the life history of Buddha himself, если рассмотреть историю жизни самого Будды, when he was about to get completely enlightened, на пороге достижения полного пробуждения, then the evil forces, they came to obstruct him from getting enlightened. Злонамеренные силы, они пришли к нему для того, чтобы воспрепятствовать достижению пробуждения. They tried to harm him with the, you know, army of evil forces. Целая армия злонамеренных сил пожаловала для того, чтобы навредить ему, удержать его, не дать ему достичь пробуждения. But he continued to meditate on loving kindness. Но он, тем не менее, продолжал медитировать о любящей доброте. Then the evil forces manifested themselves into beautiful dancing girls. Тогда после этого эти неблагие силы, они предстали в форме прекрасных танцующих девушек. And tried to entice him. Которые как-то пытались его увлечь, но опять же его ум не отвлекся. And then finally the evil forces gave up. И в конце концов им пришлось сдаться. So through the force of loving kindness, he destroyed the evil forces. Силой любящей доброты он смог
одолеть эти неблагие силы. But in today's world people think, oh, gun. А в современном мире люди только и думают, что о силе оружия. Gun is also not enough. Nuclear bomb. И уже даже и простого огнестрельного оружия им недостаточно. Нужна hydrogen bomb. Ядерная бомба, водородная бомба. The world is now, you know, collecting so much nuclear bomb that probably the whole world population can be killed many times over. Сегодня в мире накоплено такое огромное количество ядерного оружия, что наш мир можно уже уничтожить многократно. So does it make sense now? Вообще имеет ли это какой-то смысл? Yeah. Okay. Кришлава, you were talking about the qualities of Sangha. You said one of the qualities is to see lineage of Buddha in all sentient beings, something like that, yeah, right? Yeah. Yes, what it means? What it means? The leg of inherent, I told you, leg of, это опять же leg of inherent existence. То, что я объяснял, отсутствие независимого существования в каждом. Of the mind of all sentient beings. Каждого ума, каждого существа. And that's why the Buddhas, they developed very strong compassion to all sentient beings. Именно по этой причине Будда испытал такое огромное сострадание ко всем живым существам. Because they are able to clearly see all these sentient beings have the capacity to become the Buddha. Потому что Будда очень ясно видел, что все живые существа обладают потенциалом стать Буддами. They have the capacity to become much happier. У них есть способность стать куда счастливее. But still they are not working. Но они по-прежнему не работают в этом направлении. How sad. Как это печально. So they develop a lot of compassion. И из-за этого он испытал огромное сострадание. Just like small kids hurting themselves because of innocence. Он подумал, что живые существа, они вредят сами себе, как маленькие ребятишки, ничего не осознавая. Скажите, пожалуйста, вы сегодня говорили о взаимозависимости и о чистом уме. От чего зависит чистый ум? Geshe-la, you talked about interdependence as well as about pure mind. And could you please tell us what pure mind depends upon? What pure mind depends upon? Pure mind or purity of mind probably different. Чистый ум и чистота ума, наверное, здесь есть разница. Purity of mind means the way of existence of the mind is such that it never had inherent existence. Чистота ума это то, что ум существует таким образом, что у него никогда не было независимого существования, самосущего бытия. Pure mind means mind itself. Чистый ум же это сам ум. No, in the case of the pure mind, it is dependent. Because this pure mind, the pure mind of now, is dependent on the preceding. Чистый ум, конечно же, является зависимым явлением, потому что наш чистый ум нынешнего момента, он находится в зависимости от чистого ума предшествующего мгновения. Mind is a conditioned phenomenon. Ум – это обусловленное явление. So it's dependent on causes and conditions. Ум зависит от причин и условий. Then even that lack of inherent existence of the mind. Но даже если говорить о независимом существовании ума, it is also dependent. Это опять же зависимое явление. Dependent not to causes and conditions. Зависимое не от причин и условий. But on names and terms. Но, например, от наименований и от ярлыков. Because it is also designated by the mind. Потому что это тоже то, что существует как ментальное обозначение. So dependence means dependence on either causes and conditions. Когда мы говорим о зависимости, то это либо зависимость от причин и условий, or dependent on designation. Либо же это зависимость от ярлыков обозначений. Or dependent on if it is this whole book. Вот вся эта книга. Is dependent on the part, the pages. Зависит от своих составных частей, в частности страниц. Individual pages are dependent on the whole book. Отдельные страницы находятся в зависимости от всей книги в целом. Если я вырву все страницы одну за одной, то я уже не смогу говорить о книге.
So the whole dependent on parts, parts dependent on the whole. Здесь мы имеем дело с зависимостью частей и целого. Целого от частей, частей от целого. So there's another meaning of dependent. Это еще одна форма зависимости. Okay. Good night. Спокойной ночи.